Сегодня у нас на ремонте вот такой вот триммер, триммер Эхо. Ну, конечно, он был весь собранный. Мы проводим диагностику. Вот, разобрали, посмотрели глушитель, посмотрели карбюратор. Сейчас вот смотрим, у нас зажигание здесь трет магнит. Вот, и небольшое видео только о зажигании. А именно о том, как выставить нам зажигание на триммере Эхо. Мы берем, откручиваем зажигание, модуль. Вот он сам модуль, он у нас шатается. Вот. Вот они, магниты. Берем, ложим вот так календарик обычный, обычный календарик. И подводим магниты. Зажигание примагничивается. Берем ключик. Здесь у нас с вами получается на 3 шестигранничек. И подтягиваем. Вот. Дорогие друзья, я понимаю, что сейчас многие скажут, тут зазоры и все такое. Я вам показываю, как в домашних условиях, без щипов, поставить зажигание, и зазор будет идеальный. Все будет работать. Искра будет, как полагается у нас с вами, отлично. Вот, на этом с зажиганием все. Подписывайтесь на наш канал. Всем удачи, пока.